Похоже, что ваше тело устояло и одарило вас новыми способностями. Да, похоже. Хотите их увидеть? Давайте. Попробуйте меня взять. Вы сдерживаете свою силу, мисс Уокер. Может быть. Давайте еще раз, я устрою вам шоу. Потрясающе. Почему вы не показали это раньше? Потому что вы не дали мне повода это сделать. Пригнали бы дезовцев, получили бы полный фейерверк. Осторожнее с желанием. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Здесь нет выхода. Все запечатано. Сейчас я разрешаю вам нападать на голограммы моих людей. Но только при одном условии. Не скрывайте своих способностей от меня. Супер! Столько лет бегала от этих парней. Драться веселее! Иди сюда. Что вызывает такую ярость? Почему вам это так нравится? Почему вы злитесь на проводников, мисс Уокер? Мы же все в одной лодке. Вам кажется, что мир пошел на вас войной, но иногда помощь... В этом задании вы должны создать свою собственную реальность. Ладно. Вот так. Получается. Хорошо. Оружие всего лишь инструмент. Оно помогает добиться цели. Эй, я не твое оружие. Хватит болтать про мой гнев и лезть ко мне в голову. Я хочу драться! Агенты Деза были такими же, как и вы. Проводниками, которые нуждались в моей помощи. Но чтобы получить работу, они должны были выжить. Группа неприятная.
Прощай, малышка. Видите? Вы оружие. Когда мы выбрали вас, я заткнула рот прессе. Уничтожила все документы. Потому что поняла, что вы можете принести пользу. Я здесь из-за силы. С нею я снова нормальная. Нет, вы здесь из-за того, что сделали. Хотите выпустить ярость? Направьте ее. Сражайтесь! Отлично, мисс Уокер. Продолжайте в том же духе, и вы получите работу. Садитесь. Вы говорили о том, как Шейн предал вас. Когда с акулами разобрались, Шейн решил шантажировать начальника полиции, чтобы провернуть какую-то важную сделку. Он пообещал, что если я соглашусь ему помочь, то он отпустит Брента. Я знала, что это ложь. Люди Деза все прибывали, и мне нужен был план Б. Проныра, у тебя проблема. У меня проблема. Дез хватает моих людей почем зря. Если так пойдет и дальше, у меня их совсем не останется. Некому будет охранять твоего брата, понимаешь? Помоги ему. Знаешь, я с удовольствием научу твоих парней, как не попасть в лапы Деза. Не надо на меня наезжать! Копы сели мне на хвост! И все из-за твоих чертовых лазеров! Выдохни, чувак, я все сделаю. Если разгромить комплекс, будет меньше народа и больше кислорода. Ладно, только не забудь про моих парней. Не забуду, босс. Так, Дес, сегодня я приду к вам домой, и вы попляшете. Они быстро строят. Спасибо, придурки! Я давно мечтала это сделать. Даже школьницы круче вас! Yeah.
Ну, маленькие Шейны, бегите! Валите, шавки! Черт, они увеличиваются! Ну, Техасец, твои громилы снова пасутся на природе. Ты такая хорошая, преданная работница. Пожалуй, тебя надо наградить. Проныра! Брент, куда он тебя посадил? Не знаю, но это не важно. Беги, пока Тесс тебя не сцапал. Видишь, детка, если ко мне по-доброму, я дам немного Брента. А если нет, то отниму у Брента ухо или зуб. На выбор. Говорят, твой брат у Шейна. Мне жаль, но я его знаю. Пока ты ему нужна, Шейн ни за что не отпустит Брента. Ты по опыту знаешь? Слушай, я хочу тебе помочь, но это должен быть наш секрет. Встретимся в научном центре, и я все объясню. Дженни, ты здесь? Как дела? Загружаю программу на твой телефон. Видишь приложение для видео? Включи его. Что это? Картинка с ближайшего полицейского дрона. У Шейна скоро будет доступ ко всем этим штукам. Он подкупает копов. И что? А то. Если хочешь найти брата так, чтобы Шейн об этом не знал, ищи и уничтожай эти дроны. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе не понравилось, когда забрали ту девушку. Мне уже не вырваться от Шейна. Но ты можешь. Это была дорогая штука. Так и есть. Они по 90 штук каждая. И еще одна на углу 3 из плюс. Они везде проходят. Если такая будет у Шейна, он с тебя глаз не спустит. И брата тебе не видать. Ясно. Сейчас сломаю. А, копы попались. Так, похоже, полиция включила еще одного. Он движется чуть быстрее остальных, так что ловить его будет сложнее. Быстро это ничего. Это моя тема. Это не дрон. Вертолет? Серьезно? Ты не знала, что это вертолет? Извини, они так похожи, они выглядят. Отличить дронов от вертолета. А, неважно. Не я же превратилась в пылающие обломки. Я пришлю тебе координаты остальных дронов. И кажется, я знаю, где Шейн держит твоего брата. Кажется, это здорово. Шейн переводит пленников с места на место, но, по-моему, я поняла его систему. Все, я официально прощаю тебе вертолет. Скажи, куда идти, я уже там.
Шейн убеждает всех в том, что он новая акула, и для этого сажает смутьянов в контейнеры. И моего брата тоже? Да, но я не знаю в каком. Их 4, и все охраняются. Если начнешь их вскрывать, у тебя будет пара минут. Потом Шейн узнает. Буду действовать быстро. Спасибо. Первый рядом. Выруби их, пока не подняли тревогу. Здесь пусто. Иди к следующему, быстро, пока никто не хватился этих охранников. Я заглушу их систему связи, это даст тебе время, но ты должна спешить. Шейн постоянно хочет быть в курсе дела. Его люди должны все время выходить на связь. Поспеши. Если меня поймают, он, наверное, решит, что это ты рассказала мне про контейнеры. Я буду уже далеко. Помогу тебе и свалюсь с чистой совестью. С чистой совестью? А что ты натворила? Угости меня коктейлем на пляже, где-нибудь далеко отсюда. Тогда я расскажу. Ладно. Дженни, откуда столько полиции? Они просто кишат. Ты разнесла базу Деза, и полиция работает в 2 смены. Ты мой друг, враг народа номер 1. Вот так. Ну же, Брэнд, ты должен быть в этом контейнере. Здесь никого нет. Тогда давай к следующему. Бегом! Привет, Проныра! Что это задумала моя девочка? Сейчас я как бы занята. Да ты задыхаешься. В чем дело? Представила, как я голышом скачу на твоей лошадке? Но это я понимаю. Или у тебя снова началась паническая атака? Я угадал? Снова свернешься клубком и отрубишься. У меня на хвосте копы. Пока. В чем дело, Дженни? Тут никого нет. Не знаю. Остался только один. Он наверняка там. Я взломала компьютер Шейна, чтобы узнать, где Брэнд, ясно? Я ради тебя рискую собственной шкурой. Пожалуйста, не подведи. Здесь пусто. Это подстава. Дженни? Боюсь, Дженни сейчас не может подойти к телефону. У меня не трогай ее. Думаешь, я не заметил, что стали пропадать дроны? А? Об этой истории знала только Дженни. Я должен был выяснить, на моей она стороне или нет. Все это моих рук дело. Да ладно. Мозг это она, а ты просто лазер с розовой челкой. Дай ей трубку. Ты опоздала. Она уже вышла. Ну, если поторопишься, то, может быть, еще успеешь. Нет! Дженни, я... Видишь, Проныра, Дженни заставила меня это сделать. Она знала, какова цена предательства. А ты-то сама знаешь? Мой брат. Ты убьешь брата. Хорошо. Пусть смерть Дженни не станет напрасной. Делай, как я скажу, и тогда твой брат будет жить.
Знаешь что? Встретимся на крыше Pioneer Building. Нам нужно копов убивать. Так, Шейн, я здесь. Извини, крошка, я отвлекся. Возьми телефон, и все увидишь. Коп, которому я плачу, наконец дал мне доступ к камерам. Вот то, что они транслируют. И что? Просто копы? Да, и они защищают начальника полиции. Я мечтаю с ним встретиться, но, к сожалению, не в такой большой компании. Я не собираюсь убивать всех этих людей ради этой встречи. Я их отвлеку. Устрою шум, чтобы им пришлось выяснять, в чем дело. Как скажешь, золотко. Если встреча пройдет так, как нужно, я на много лет стану правителем Сиэтла. А ты с братом сможешь уйти. Я устрою заварушку. Они идут к машинам! Продолжай все громить! Опасность твоего брата зависит от моей. А где мой брат? Держал его в паре кварталов отсюда. Теперь сама с ним разбирайся. И это все? Ты же все слышала. Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы. Брент? Извини, детка, но у меня на хвосте Дес. А теперь, когда шеф полиции у меня в кармане, ты стала просто симпатичной обузой. Ядовитый газ? Ах ты трус! А что делать? Нельзя стрелять, только зря патроны тратить. Когда я отсюда выберусь? Знаю, детка, поэтому ты не выберешься. Сама понимаешь. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить.
Я цеплялась за воспоминания. Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов, я завязала. Хоть меня адски ломало. Он оставался рядом все время. Не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. У него был Брент, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят.